Дорогие друзья, здравствуйте! А вот сегодня у нас 29 октября. И во времена СССР, когда я был маленький, я помню, учился в школе, и играли мы в вокальных инструментальных ансамблях. Я так мечтал научиться играть на электрогитаре. Но у меня пальцы, видимо, не доставали до нужных моментов. Но сейчас, как вы видите, у меня в руках есть электрогитара. Я вам продемонстрирую, как мы в школе на них играли. Вот особенно мне нравился вот этот прием. Вот на ритм-гитарах так и играли. И поэтому я вам сейчас спою интересную песню, которую когда-то пел Юрий Антонов. Песня называется «Впереди светла дорога». Этой песней я поздравляю всех тех, кто были комсомольцами, и всех водителей.